А хотите, я расскажу прикол про попытку? Какую попытку? Катя хочет рассказать прикол про попытку. Рассказывай. Короче, вы с этими вот этими вот штуками окончательно задрали. Я, значит, заполняю одну эту, один документ. И там написано: первая попытка, вторая попытка и лучшая попытка. Я когда это все это пишу, начинаю дико ржать, потому что слово попытка уже не ассоциируется со словом нормальной попыткой. Это попытка. И Кать, типа, маленькая попытка, попытерка или попыт, или что-то так далее. Понимаете, все это деградация мозга. Что попытка, это же обычное слово, попытка. Вот теперь живите с этим, что попытка это не попытка, а попытка. Я все сказала. Baby, let me see it. I just wanna eat it.